Привет, друзья! С вами очередная злая новость. В Сьерра-Леоне от оползня погибли больше 1000 человек. Это трагедия. Точное число жертв установить не удастся. Число жертв масштабного оползня и наводнений в столице Сьерра-Леоне, городе Фритаун, превысило 1000 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей. Более 1000 человек погибли во время оползня и наводнения, и мы никогда не узнаем точного числа, заявила Эленорох Джокоми Мецгер, представитель женской организации в горном районе Регент в Сьерра-Леоне, где сошел оползень. Местные власти обвиняются в том, что не решили вопрос с бедными районами, которые находятся вблизи моря и не имеют хорошего дренажа. Также во Фритауне ведется нерегулируемое строительство на склонах. Власти обвиняются в том и в этом. Но ведь никто не заставлял этих людей строить их хижины, лачуги и дома на склонах опасных гор. Я думаю, что в школу все-таки дети ходят, и они когда-то ходили, и могли бы рассказать своим родителям или сами догадаться, что вблизи моря, на горах, на склонах, где плохой дренаж, случаются оползни. Так что не нужно винить никакие власти, нужно винить только самих себя. Идиотами не рождаются, идиотами становятся. Сами себе, так сказать, выкопали могилу.